Напуск. Начинается напуск. 5 минут льготных. В течение 5 минут собачка может лаять, можете пройти и спокойно проверять. Пустышки не будет. Вот. Это до начала. Дальше. Соблюдайте правила техники безопасности. Стучать топором по деревьям нельзя, обухом, чтобы не портить деревья. Так? Значит, дается на поиск, если собака лает больше минуты, мы проверяем сами. Если до минуты, вы сами скажете, что да, я вывожу, можете отводить голосом, на поводок взять или как хотите, до минуты. Если минута прошла, значит вы все, мы проверяем. На поиск собачки, белки, дается 15 минут. В течение 15 минут вы можете обстукивать все деревья. До 15 метров считается белка, после 15 уже считается, до 25 не считается, не пустая белка. Придерживайтесь экспертов. Один эксперт будет ходить с вами, остальные будут стоять, чтобы не мешать собаке работать. Вот. Ну что, дается на поиск собаки час, два раза по полчаса. Полчаса эти угодья, полчаса эти угодья. Жеребьевку мы провели. Вот. Ну, желаем вам всем удачи, не дают, но не пера. Чертом. Да. Значит, первый номер. Я здесь второй номер, Валера. Вот здесь вот 100 метров. Пройдешь, увидишь, будет газовая колонка. Попа у нее стой. Мы тебе рацию сейчас дадим. Вот. И если ты скажешь, иди вперед. Ты пойдешь вперед, значит, туда пойдешь. Вот, понял? Туда. Чтобы нам время не тянуть. Третий номер пойдет опять сюда. Вот к третьему столу подходите. Вот. И тоже рацию берете, мы созванились, чтобы подойти или отойти. Ну, в общем, все, ребят, давайте. Удачи всем.